Я попробую твоим поколоть. Чё, давай попробуй. Оставляет. Оставляет. Ну вот, продолжаем работать. Здесь в Корчином у Алексея Семеновича. Вот. Это у нас сегодня 27 августа. Инструмент, брат, так я ж тебе давал пробовать, помнишь, 2016? Да, я не помню. В 2016 году. Просто вообще, брат. Ну, это под заказ же было дано. Вот. И вот тут Алексей Семенович подошел, попросил отвезти его домой, так как у него ноги больные. У нашего брата Сергея. Вот, и он попал в небольшую аварию, как говорят. Налетел на люк, здесь вот ехал и не заметил, налетел на него возле дороги. Сейчас вот они поддомкрачивают и делают. О, какое тут серьезное. Ничего серьезного нету здесь. Нет, я имею в виду сам люк какой серьезный у вас. Игнат Тихонович не показывает, он всех накажет только. Владимир. Не надо. Надо все показывать, всю жизнь нашу. Безбожный, да. Это чему? Беспечный, брат. Безбожный ты не скажешь. Подкладывай под машину, она подложит, что куда. Ну теперь все, что. Хотя бы вот эту чурочку подложи маленькую. Не, вот это, вот, на, попробуй. Да, надо было чурку тут, да. И подними чуть-чуть, Маша. Да нет, вы-то тут при чем? Приехали, не обеспечил нормальной работы. Еще чуть-чуть. Это Алексей Семенович, у нас нормально. Все ходит. Нормально это? Да, это у нас нормально. Это не только у вас. Ну, мы только лун сломаем, то еще что-нибудь у нас. Порядка вещей. Бывает такое? Да, это сплошь и рядом. Пошли в воду искать это. Лопату в том году утопили. Она соскочила с черенка. Все, и грабли потеряли. Утопили грабли, да? Ничего так, а зачем это? Мне же на... так. А как? Тебе надо сейчас подонкрать ее и подставить под колеса на сететы. Туда поставить чурку, а потом, значит, поставить под колесо эту. Подонкрать еще раз. Ставь сейчас побольше кирпичей. Ложь туда. Не сразу туда красит. Ну не вытаскивай, а подними его до конца, сколько сможешь. Поднимай его до конца, да. Выворачивай. Вы сейчас хотите сюда еще? Конечно. Я-то думаю, вперед может быть сдать. Сейчас люка-то нету. А ты тогда слушай это. Оно у тебя не сядет? Под переднее колесо на подклады. Или пройдет? Вот я и думал, что пройдет. А тогда и здесь доску надо под заднее. Или задних как? Петлей ставить. Да хорошо, ваш план какой, я просто не до конца. Так, одну. Да, слушай. Чё? Сейчас. Так, отец заболел, слушай. Ну что, смотрите, что тогда сделать вам нужно. Серьёзно. Тогда сейчас еще раз под этот, под донкратьте его. Значит, убирайте чурку и ложьте вот эту доску. И проезжайте вперед. Вперед, да? Конечно. Давай, еще раз подонкай сейчас. Положи еще один кирпич туда. Сюда, подкладывай еще один кирпич. Вот, подонкрачивай, вытаскивай чурку и, значит, этот, проезжайте вперед. По доске, да? Да. Я думаю, что доска не сломается из-под одного колеса. Поднимай сейчас. Чёрт, лишь мешал. Все, вытаскивай. Ложь вот доску сейчас сделаем под колесо. Давай. Да, бери, ложь. То, что под колесо. Нет, та сторона не так гнилая, разверни ее. Та сторона сюда, да. Вот такой, да.
Все, теперь домкрат убирай. Домкрат убирай, проезжай вперед. Я буду смотреть. Давай. Колеса вырежу вправо. Еще одна карта. Те чурочки оставь. Эти кирпичи. Пытаться. А у него сейчас это передний, вот это не сядет он доской на него? Или там, до земли там? Хватает места? Ну вот сейчас посмотрим. Посмотрим сейчас, да. Может вот эту доску подсунь? Вот эту, ага. Во, на всякий случай. Так. Тогда, знаешь, приподними еще. Приподними еще и колесо подставь на доску. Понимаю. Чурочку, эту досочку вдоль поставь, вдоль. Угу. Туда подальше маленькая. Вот. И колеса вывели туда вправо. Все, ставьте, опускай. Добрый день. Здравствуйте. В интернет будете выкладывать, как ездить надо? Да, это точно. Правильно. И одного деду Колю поваляем. А Николай такие барьеры брал, он не обращал внимания. Дядя Коля-то, видите, он ученый, он раз перемахнул и полетел, да. А это так себе. Конечно. Он живет вон там, а на сходите, просто жируйтесь, он вас научит есть. Да. Он молодец. Он все берет, околки берет, пруды берет. Только с прудов его потом вытаскивает потихонечку. Ребята потеряются. Ну вот, сходите, он вас вытащит. Я ему трактор вот сделал на днях. Не надо здесь. Рабочий. Так, давай, пробуй. Пробуй сейчас вперед. И люк сразу назад в этот поставится. Николай, он поставит. Он молодец, Николай. Чуть-чуть влево, да? Правее. Правее, наверное. Николай Григорьевич, он... А что, Леша, случилось? Да, люк на дороге поставим. Сейчас, там, где надо. Закрывай дверку. Все, давай, пошел потихонечку. Он уже ее зажал. Попробуй. Вот. Тут край тоже, да? Чуть-чуть. Маленечко. Нет, зажал он. Все, все, хватит. Этот край зажал он. Все, езжай. Езжай потихонечку. Вперед. Да, вперед. Да, пошел. Езжай. Еще, давай. Чуть-чуть назад надо, назад ему. Назад, раздолбан. Попробуй назад. Назад, раздолбан. О. Все нормально. Так, ну все, ребята, закрывайте колодец. Ага. Доски туда бросить. Да, сейчас закрою. Доска не выдержала. Ты один справишься? Другой.
подъем. Да не, не надо. Чего? Ну, чего не надо-то? Уже говорит, не первый, не второй раз. Чего не надо-то? Да не надо ничего. Надо. Это не ты должен это делать, брат. О, ладно. Если не я, то кто? Никто не сделает. Еще будет. Так, ну не из этого же барахла делать. Что-то. Ну из другого сделаем. А мыки есть. Вроде бы все обошлось, да? Слава Богу за все.